Было время, когда прекрасной и грозной страной Алагезией правили люди на могучих драконах. Защитники и служители народа. Тысячелетиями страна благоденствовала. Но всадники возгордились и начали соперничать за власть. Чувствуя их слабость, молодой всадник по имени Гальбаторикс предал товарищей. И в одном кровавом бою перебил, как он надеялся, всех всадников и драконов. С той поры нашей страной правит Гальбаторикс. Он победил всех непокорных, включая борцов за свободу, называемых стражами. Уцелевшие бежали и укрылись высоко в горах. Здесь они ждали чуда, которое поможет им наконец одолеть короля. В ночь, когда все началось, Ария, союзница стражей, спасалась бегством, унося камень, похищенный у самого короля. «Мне плохо без моего камня. Тебе не стоит продлевать мои мучения». Эрагон. А за много миль оттуда юноша отправился на охоту, которая навсегда изменила его жизнь и судьбу Алагезии. И будешь жить. Кто и когда верил слову тени? Ах, я собралась у разных камней. С ним сделала. Бедный Дарза. Как же ты расскажешь королю о провале?
по книге Кристофера Паолини. Ну давай, живее! И еще два добровольца вступили в королевскую армию. Мои сыновья не воины. Те, кого вы забрали, не вернулись. Солдаты берут из всех деревень. Радуйся. Твои сыновья станут героями. Губа не дура, Эрагон. Лучшее мясо. Нежное, с жирком. Пальчики оближешь. И почем? И почем? Для тебя слишком дорого. Могу продать кое-что. Что за камень? Где ты его взял? Нашел. Скорее уж украл. Я охотился. В лесу Спайн. Так, обратно отнеси. Он королевский. Ты подвергаешь опасности всю деревню. Убирайся. Мне ни к чему все это. Уходи же! Глянь только. Какие бусы! И где же этакий болван нашел такое аппетитное ожерелье? Это интересный вопрос. А если так? Иду себе по лесу, смотрю, сидят в один рядок на ветке. Тут грянул гром, и они все попадали. Ну, думаю, не оставлять же их там. Вдруг кто-то споткнется о них. Повесил здесь, от греха подальше. Знаешь, что я думаю? Что же? Что ты вор. Фу. Расхититель. О, нет. Я конфискую их именем короля. Смелый, да? Ладно, я их вам сниму. Забирай. Не ощипал, виноват. Осторожнее с косточками. Смотрите, не подавитесь. Ура Эрагону! Ну что, вернулся охотник? А, ясно. С незримой добычей. В чем дело? Оленьего рева испугался? Не уважаешь охотника? О! О! Тебя учить и учить! Ну что, хочешь еще урок? Дерешься, как старый барон. Эй, мой завтрак! А поживее нельзя? Сам шевелись! Руки-ноги целы? Эй, довольно, мальчики, хватит. Перестань, ворон.
Рагон, я ухожу. По возрасту я уже рекрут. Того и гляди, за мной явится. Не пойду в армию. Пришлю весточку, как устроюсь. А как же... Он знает. Я ему уже сказал. Куда ты пойдешь? Не знаю. Пойду куда-нибудь. Ладно. Так Роран тебе сказал? Придет и твой день, Арагон. Ты сам будешь решать, какая жизнь тебе больше нравится. Мне дома хорошо. Здесь. Некоторым любо то, что у них под носом, Арагон. А других неудержимо влечет неведомое. Поэтому мать ушла. Моя сестра очень торопилась, оставляя тебя здесь. Причин не знаю, но верю, что она заботилась о твоем благе. Зато в моей жизни появился второй сынишка. Возьми это. Я копил их для тебя. Благослови меня в дорогу. Прошу, береги себя, Роран. Прощай, отец. Держись, братец. И старайся. Может, еще и станешь охотником. Так это яйцо. Надо же. Ты кто? Ну, ты не птица. Уже поздно. Птенец вылупился.
Что это ты наделал? Эрагон, проснись. У нас много работы. Голодный? Давай. Пей, пока теплое. Прости. Больше нет. Ну вот, с крысами покончено. Мой король Гальбаторикс. Как вы и боялись, дракон вылупился. Ну, у простого мальчишки. Который по молодости еще глуп. Но вот когда стражи узнают, что легенда не лжет, они, несомненно, захотят напасть на меня. А я не хочу, чтобы меня тревожили и беспокоили. Вам не стоит чего-либо страшиться, мой король. За этими границами живут непокорные. Гномы, эльфы, стражи. Нельзя подавать им надежду. До стражей этот мальчишка не должен добраться. Я найду его. И убью, пока он не повзрослел. Где твоя мама? Тоже тебя бросила? Она тоже торопилась, уходя. Мальчиков ничего. Ни словечка. Их мать все время плачет. И зачем? Еще страдания? Еще смерть? Тише, Хорст. Солдаты услышат. И что с того? Говори об этом, не говори, нет никакой разницы. Да тихо, Бром. Тебе Турню терять нечего. Я не стану спорить. Не слушайте. Но только так было не всегда. Были же времена, когда наш край процветал. Без страха и предательств. Времена драконов, времена всадников. То время давно прошло. Они были непобедимы. Пока один из их числа... Всадник по имени Гальбаторикс не решил захватить всю власть и не перебил всех остальных всадников. Молчи! Пока тебе не вздернули на суку! Нет! Дайте ему сказать. Но когда-нибудь придет расплата. Хватит! Пошел вон! И времена всадников вернутся. Thank you.
И тогда Брум сказал, времена всадников вернутся. Ну давай, попробуй взлететь. Ура! Молодец! Улетела. Был прав, Эрагон. Времена драконьих всадников вернулись. Ты слышишь мои мысли? Я 1000 лет ждала, чтобы услышать твои мысли, и теперь ты слышишь мои. Я Сапфира, а ты мой всадник. Всадник? Пошел вон! Это правда? То, что ты говорил. Не слышал меня? Убирайся! Расскажи про драконов. Пожалуйста. Я хочу знать больше. За тобой никто не шел? Они большие. Дышат огнем. Говори потише. Ты же поносил короля перед солдатами. Я всегда говорил, лучше просить прощения, чем разрешения. Расскажи мне. Расскажи про драконов. Ступай. Паши землю, сей пшеницу. И не нарывайся на неприятности. Тогда кто ты? Лжец или трус? Я знаю. Ты не врал, я это знаю.
Его зовут Эрагон. Нет, не надо! Мальчик. Его унес мальчик. Он живет в доме на самом краю деревни. Дядя! 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 Прости меня. Эрагон. Я должен был успеть. Предупредить. Это ты виновата. Но тебя бы убили вместе с ним. Нет. Я бы его спас. Убирайся. Навсегда. Дядя, прости. Где твой дракон? Улетел. Почему улетел? Я его прогнал. Они за тобой вернутся. Тебе надо уходить. Я никуда не пойду, пока не похороню его. Вот так. Что ты делаешь? Костер достойный короля. Идем. Быстро. Пусти! Послушай, убили его, а приходили за тобой. Если останемся здесь, погибнем оба. Садись на коня. Вперед. Быстро в седло. Но кто ты? Скачи. Ну же, вперед.
Почему здесь? Потому что я так сказал. Зови дракона. Из-за него убили моего дядю. Он защищал тебя от разоков. Я бы их убил. Молодец. Наполовину храбрец, на вторую дурень. Думаешь, я их не одолел бы? Разоки убивают без жалости. Так было всегда, глупый 15-летний мальчишка. 17-летний. 17-летний, прости. 17-летний, другое дело, он может продержаться целую минуту против слуг Дарзы. Тогда я найду Дарзу и убью его. Дарза – тень. Чародей, который одержим демонами. Убьешь Дарзу? Скорее сам отправишься за дядей. Молись, чтобы Дарза тебя не нашел. Ибо пока ты жив, король не успокоится. Ты единственная надежда стражей. Кто такие стражи? Мятежники. Изгои, безумные храбрецы, противостоящие самому Гальбаториксу. Они построили крепость в Бьорских горах. Откуда ты это знаешь? Мне довелось кое-где побывать. И довелось такое увидеть, что тебе и не снилось. Зови дракона. Но он меня не услышит. Как я его позову? Давай договоримся никогда не врать один другому. Я знаю, он слышит твои мысли. Зови дракона. Сапфира, можешь найти нас? Я тебя и не покидала. Прости за мои слова. Я понимаю. Ты его очень любил. А это еще кто? Его зовут Бром. Он разбирается в драконах. Разбирается в драконах? Об этом судить мне. Осторожно. Он наш друг. Мускулистый. Хорошо сложен. Изгиб когтей. Удивительно красивый. Ноги тонковаты. У меня только голос нежный, старичок. Шипы острые. Ну что ж, симпатичный дракончик. А он и прям немножко разбирается в драконах. И скоро сможет носить всадника. Не меня. Я больше не хочу. Я говорю именно о тебе, Эрагон. Твой удел стать всадником. Стражам нужен всадник, чтобы одолеть Дарзу и короля. Я об этом не просил. И все равно тебя избрали. Дракон способен вылупиться только рядом со своим всадником. И может ждать этого вечность. Он говорит правду. Дракон сам тебя нашел. И будет служить только тебе, поэтому твоя жизнь в опасности. Из-за дракона? Нет. Проще всего для короля расправиться с драконом – это уничтожить тебя. Всадник может существовать без дракона. Но если всадник умрет… Умрет и дракон. Хорошая секира.
Простая. И острая. Мальчишка сбежал от Тразаков. От тебя не уйдет? Дарза отправил за нами урголов. Впереди где-то в 5 днях езды отсюда город Дарат. Последний перед предгорьями. Если доберемся туда незамеченными, считай, мы везунчики. Пусть Сапфир летит над нами, высматривает урголов. Или не приведи бог Разаков. Если они нас найдут, нам конец. И пусть спускается только ночью. Ты слышала? И будь осторожна. Сам будь осторожен. Сюда. Ургарлы. Когда-то враги короля, теперь его воины. Они ближе, чем я думал. Лучше съехать с дороги. Мы можем сразиться. Тише! Ты не готов еще сражаться. Ты так считаешь? Я умею драться. Мы фехтовали. С моим братом. Рораном. А-а-а. На мечах. Что ж, возможно, я тебя недооценил. Держи. Держи. Неловко со стариком драться. О, уважь меня. Я вижу, как ты учился. Неплохо, неплохо. Не стоит переоценивать себя. Предстоит драться не с братцем Рораном. Да и не деревянными кольями. Я бы его побил. Просто пожалел старика. Конечно, побил бы. А драконы огнем не дышат? Для этого она еще слишком молода. На твое счастье. Бросингер. Как тебе удалось? Что ты сделал? Я развел огонь. Он мне не доверяет. Может, это мы должны прежде ему поверить? А теперь спать. Если нам повезет, завтра к вечеру незамеченными проедем через Дарит. Это у подножия Беорских гор. Дальше до стражи уже... напрямик. Уже проснись. Мы в деревне Дарат. Коней оставим здесь. Сапфиру не отпускай.
Пойду куплю хлеба. А ты жди меня здесь, я скоро. Ни с кем не общайся. Хочешь, Анжела тебе погадает? У меня нет денег. Разве Анжела просит денег? Вот косточки. Дракона. Они мне все про тебя скажут. Сложная юная жизнь, но тебя давно ждали многие народы, и битвы бушуют вокруг тебя. Не может быть. Это же какой-то бред. У тебя есть силы, тебе неведомы, но над тобой навис рок. Этот рок заключен в том, что рядом с тобой смерть. Нет, смерть уже была. И женщина, она зовет тебя в твоих снах. Она твое былое и грядущее. Кто она? Имя скажи. Что, без меня и шагу не ступить? Но гадалка сказала... Сказала про него? Идем. Куда все подевались? О будущем сказала. О будущем? Будущее для живых. Бежим! Не горят. Тихо, тихо, тихо. Голова. Как будто лошадь ее легнула. Что случилось? Большинство молодых всадников годами учатся тому, что ты сделал по наитию. А что это? Магия. Я ведь просто дрался. Магия идет от драконов. От них она передается всаднику. Сапфира! Она цела, но ощутила твой страх как свой. Ваша связь очень сильна.
Это были ургалы, ведь так? Да. Я их убил? Да. Только смерти нельзя радоваться. Магия – твое последнее средство. Свои границы. Свои границы. Прежде чем творить чары, надо выучить древний язык эльфов. Барсингер? Барсингер. Это пламя. Это огонь. Вещь – это слово. Узнай слово, и вещь тебе покорится. Знай, прежде чем творить чары, тебе потребуется сила, чтобы их выдержать. Некоторые чары ослабляют. От других, как ты узнал на мосту, теряешь сознание. А есть чары, которые могут привести тебя к смерти. Словам я могу тебя научить, но свои силы лишь ты сам должен узнать. Как зовется это? Дерево Трайвум. А ветка? Кивайстер. Кивайстер. А когда дракон и всадник воистину едины и одинаково видят, это Скулвлакас, Бен. Скалблакас, Вен. А, ну, коли уж мы так явно заявили о себе миру, придется искать другой путь через горы. Конечно, было бы куда проще, если бы ты летел. Кто-то произнес слово «летел»? Хочешь попробовать снова, мой всадник? В прошлый раз у меня не вышло. У нас не вышло. Благодари Брома за седло. А тут не так уж и плохо. Совсем неплохо. Покажи, что ты умеешь! Хочешь быстрее? Тогда вот! Держись, Арагон! Сам попросил! Славно летите! Воистину единое. Сможешь сражаться, даже сидя у меня на хвосте. Попробуй. Может быть, потом. Это легко, я смогу. Хорошо, потом. Да уж точно, потом. Да, попробуем это. Скалблака Свен! Потрясающе! Ты всегда так видишь? Это еще что? Смотри. Сейчас они умрут! Вперед! С удовольствием!
Вперед, вперед! Эрагон, не ввязывайся! Ниже, Сапфира, ниже! Береги дракона. Твое сегодняшнее лихачество чуть не сгубило Сапфиру. Обо мне не беспокойся. Я сильнее, чем он думает. Я с тобой разговариваю, а ты не слушаешь. Лучше просить прощения, чем разрешения. Твой долг сейчас добраться живым до стражей. А может быть, прежде долго поговорим с тобой лучше о правде? О чем это ты? Мы вроде договорились, что не будем врать один другому. Всаднику. Я чувствовала. Да, это так. Где твой дракон? Погиб. Его убил другой всадник. Вот этим мечом. Захраком. Меч. Убийца дракона. Всадника звали Морзан. Он встал на сторону врага. И однажды, пытаясь спасти меня, мой дракон погиб. Лучше мы, чем всадники. Я решил разыскать Морзана. И разыскал. Взял его же меч. И пронзил его гнилое сердце. А вместе с ним умер его дракон. Последний. Не считая королевского. А затем я укрылся в Карвахолле. Терзаясь своим позором. Из-за меня дни драконьих всадников миновали. А тут ты. Вернее, вы оба. И теперь дни драконьих всадников вернулись. Жалко.
Ты. Поздравляю, ты повышен в звании. Я устал от этого. Сам приведу мальчишку. Тебя как зовут? Эрагон. Эрагон. Я Ария, принцесса Элисмера. Мы союзники стражей. Только ты можешь спасти меня. Как тебе отыскать? Тарза заточил меня. В Гилеаде. Куда ты? Спасать Арию. Откуда ты узнал о ней? Она у Дарзы в плену. Я спасу ее. Не может быть и речи. Гелиад в другой стороне. Ты знаешь, нам нельзя возвращаться. Я не пущу тебя. Слишком велик риск. Яйцо послали мне. Я, а не ты, решаю, что делать. Эрагон, дело ведь не только в нас. Но ее могут убить. Да, я на загодя готова на эту жертву. Потому что ставить твою жизнь выше своей. Я не дам ее убить. Умерев, она уйдет к тем, кто умер в ожидании твоего прихода. А сейчас тебя ждут стражи. Попытайся понять, сейчас самое главное твоя жизнь для всех. Я понимаю это. Лишь одна глупость, лишь один неверный шаг, и все будет напрасно. Хорошо быть храбрым, но порою необходимо быть мудрым. Эрагон, послушай меня! Твой позор не мой! Ты, видно, забыл, что чувствует всадник. Я спасу ее. Эрагон... Перестань, Сапфира. Я всадник и сам решаю. Ты слишком заметна. Дождусь ночи и пойду один. Эти стены таят смерть, Эрагон. Не сегодня. Не для нас. Я спасу ей жизнь. Я справлюсь. Наша сила возрастает, когда мы вместе. Но вместе мы будем только когда я смогу стать сильным, как ты.
Мор. Эрагон, ты сюда напрасно пришел. Но в лесу ты... Брось меня. Уходи. Ну же. Теперь уходить поздно. Прости меня, Эрагон. Ты так юн, я знал об этом и все равно ожидал кого-то более... Кого-то более. Так, юный чародей, какой сюрприз. Чувствуешь, как чары истощают твои силы, Риза? Говорят, когда всадник испускает последний вздох, он слышит крики умирающего дракона. Раскидай половче, мальчик. Уходи! Нет, я тебя не брошу! Вставай! Возьми захрак! Троих выдержишь? Да, но недолго. Уходите и поскорее. Надо выбираться. На крыше! Не могу! Вы слишком тяжелые! Эрагон! Дарза. Дарза убит. А ты пронзил его в сердце? Тень можно убить, только пронзив ее сердце. Нам нужна помощь. От кого? От стражей. Да. Найдите стражей. Возьми это. Иди без меня. Нет, ты мне нужен. Нет, Эрагон. Это я всегда нуждался в тебе. Ты ведь мне жизнь вернул. Береги Сапфиру. Без нее... Твоя жизнь потеряет всякий смысл. Ты не погибнешь из-за моей ошибки. Ваиса. Хаил. Эрагон, ты еще слаб. Пока. Молодец.
наполовину храбрец, на вторую дурень. Прости меня. Эрагон, пусть он умрет с честью. Умрет, как всадник. Я не могу еще дышать огнем, но для Брома это сделаю. Время теперь его не коснется. Его забудут. Его будут помнить. Он нашел тебя. Эрагон! Ее отравил чародей. Кто-то крадется. Как отыскать стражей? Они помогут тебе. Крался. Ну-ка, вставай. Всю жизнь мечтал увидеть дракона. Кто ты? Зачем нас выслеживал? Я Муртек. Я нужен тебе, всадник. Мне и без тебя неплохо. Ты ищешь стражей? Я хорошо знаю горы. Каждый ручеек. Заблудишься, она погибнет. Зачем тебе нам помогать? Люди короля перебили моих близких, когда я был маленьким. Все говорят, явился новый всадник. Эрагон, нам пора. Я долго ждал часа отомстить. И он пришел. Покажи кратчайший путь до стражей. К стражам сюда. Учись доверять мне, всадник. Тебе придется убедить и ее. Дальше надо идти пешком.
Сапфира, присмотри за Арией, пока не позову. Хорошо, только быстро. Ургалы подходят. Пожалуйста. Подобного ты не ожидал, да? За мной! Я же велел тебе. Доставь мальчишку. Возникли обстоятельства. Да, это я слышал. Обстоятельства довольно часто возникают. Но на твое счастье, твои последние упущения обернулись удачей для меня. Мальчишка нас довел прямиком до стражей. Теперь слушай, я повелеваю тебе, Дарза, напомнить непокорным, что, покуда я король, неповиновение карается смертью. Сейчас же собери мое войско и отправляйся туда. Пролей их кровь. Надеюсь, что теперь на обстоятельства списать будет нечего. Вперед, вперед! Сюда! Живи! Вот так! Который из вас всадник? Я. Меня зовут Эрагон. Я вождь стражей, Ажихад. Раз ты всадник, зови сюда дракона. Если он нападет, ты умрешь первым. Сапфира, неси Арию. Но будь начеку. Пока еще держится. Сердце едва бьется. Ее отравил Макдарза. Наши целители ее вылечат. Смотри за ней и будь осторожна. Сам будь осторожен. Они прочесывают все в округе. Времени нет. Ответь, с нами ли ты? Нас меньше, чем врагов. Мы для этого и явились. Взять его. Он со мной. Он спас мне жизнь. Он сын Морзана, предателя. Это так? Да, но сын не выбирает себе отца. Вот все, что я от него получил. Я ненавидел его до последнего дня. Запереть его!
а попытается сбежать, убить. Пустите меня. Я не могу сейчас рисковать, раз уж здесь ургалы, видимо, где-то неподалеку и королевское войско. И никакой пощады не будет! Сегодня мы поставим на колени их всех! Изничтожьте их! Но мальчишка мой... Извини, я не постучала. Ничего. Тебя хочет видеть мой отец. Я скоро буду готов. Арья хорошо поддается лечению целителей. Силы ее велики. Можно ее увидеть? Сейчас она отдыхает. А позже, наверное, да. Они боятся меня. Верно, боятся. Отсюда не убежишь, скрыться негде. Лишь благодаря осторожности мы все и выжили. Когда сюда пришла весть о новом всаднике, они понадеялись, что увидят кого-то более... Я понял. Мне говорили. Твои доспехи готовы. Впереди тяжелая битва. Все не так уж и просто, да? Ты такая воинственная. Мужайся, Эрагон. Поиски всадника были долгими и опасными. Многие из нас носили яйцо в надежде, что дракон вылупится. Но судьба вручила его тебе. Почему мне? Я простой парень из Кровохолла. Потому что, Эрагон, тебя выбрала Сапфира. Я с трудом себя узнаю. Они трудились всю ночь, чтобы как-то защитить Сапфиру и защитить ее всадника. Thank you.
Мне надо знать, Сапфира, почему я? Вождя выбирают за его дух. Но я иногда боюсь. Без страха нет отваги. Но когда мы вместе, бояться уже будут наши враги. Так мы вместе, Сапфира? Мы едины! Это значит да. Кровью своего дракона! Ты умрешь сейчас! Что это такое? Черная магия! Ближе! Надо пронзить сердце! И на сей раз вырвать его из груди! Блакас Вен!
такое? В глазах темнеет. Это не у тебя, а у меня. Рана меня ослабляет. Держись, Сапфира. Вместе справимся. Поверь. Я теряю силы. Я знаю, что сделаю. Забери себе все мои силы и жизнь. Не надо, дорогой. Даже у тебя не хватит силы на нас обоих. Ваис! Тихо-тихо. Полегче. Сапфира. Невозможно заменить друзей. Но, по счастью, этого и не требуется. Сапфира, у меня получилось! Тебе не следовало так рисковать.
Но все равно спасибо. Помнишь, мудрый старик как-то сказал: наполовину храбрец, на вторую дурень. Бром бы тобой гордился. Нами. А где Ария? Я ждал, когда ты спросишь. Переоденься. Она уже в пути. Покажите мне коня, которого не сможет догнать дракон. Уехала, даже не попрощавшись. Не было времени. Гальбаторик с поражением не смирится. Я вернусь к своим в Элисмере, а ты подготовь стражей. Ты потерял близких людей. Отвага тебе многого стоила. А тебе известно, что в народе о тебе уже легенды слагают? По земле расходятся сказания о легендарном победителе тени. Все легенды — это ерунда. Просто люди всегда охочи до сказок. Мы увидимся. Кто может знать? Еще вчера ты простой крестьянин. Сегодня ты герой. А завтра нас ждет встреча. Я подожду до завтра. Завтра наступит быстрее, чем ты думаешь. Защищай его, Сапфира. Не беспокойся. Фильм дублировали актеры: Евгений Леонов, Гладышев, Андрей Левин, Светлана Кузнецова, Валерий Кухарешин, Мария Цветкова, Сергей Дичков и другие. Фильм дублирован компанией «Нивафильм». Режиссер дубляжа Инна Соболева. Автор литературного текста Елена Павловская. Перевод Екатерины Доброходовой. Звукорежиссер Оксана Стругина. Санкт-Петербург, 2006 год. Far.
comes to an end. With you by my side, I will fight and defend. Yeah, yeah. Keep holding on, 'cause you know we'll make it through, we'll make it through. Just stay strong, 'cause you know I'm here for you, I'm here for you. There's nothing you can say, nothing you can do. From home.